В военных частях продолжают формировать научные роты. Весной этого года их пополнят 6 призывников из Омской области. Это участники и лауреаты научных конференций. 4 человека отправятся в спортивные роты. В области есть такие, которые пройдут альтернативную службу. Их 14 человек. Одно из нововведений данного призыва является обеспечением призывника бутилированной питьевой водой. То есть молодые люди, получающий сухой паёк на период пребывания и убытия со сборного пункта к месту службы, обеспечивается сухим пайком и, соответственно, бутылкой бутилированной питьевой воды. Новость для тех, кто уклоняется от армии. Молодые люди, которые избегали военную службу без законных оснований, получат не военный билет, а справку, рассказал военный комиссар Омской области Юрий Трубин. Ее наличие не позволит устроиться в государственные органы власти и силовые ведомства. Пока эта идея разрабатывается.